Господа, к обзору предоставляем пружины от компании ОБК для автомобилей Land Cruiser 80. Значит, это 2-дюймовые пружины, лифт 2 дюйма, то бишь 5 сантиметров. Значит, что из себя представляют эти пружины? Обязательно обращайте внимание на маркировку. На маркировку ОБК, чтобы была вот здесь. Здесь написано Made in Japan. Здесь, соответственно, маркировка их. Ну, на каждой пружине должна быть выполнена такая деталь. Значит, второе. Вот в такой коробочке это все дело у нас приходит. Значит, давайте по тактико-техническим характеристикам пройдемся. Высота пружины. Для замера. Ну, кто любит мерить высоту, вот для вас специально 52,5, наверное, ну, почти 53 сантиметра высота пружины. Значит, диаметр витка. Так, 17 миллиметров диаметр. Вот пружины поставляются вот таким комплектом, 4 штуки, 2 передние, 2 задние. Естественно, менять нужно комплект. Если 2 поменяете, у вас либо жопа упадет, либо морда. Поэтому приобретайте комплектом. Для того, чтобы заказать пружины, проходим по ссылочке в описании или там связываемся в комментариях. Если есть также какие-то вопросы, можете написать комментарии, мы всегда ответим. Всем спасибо, всем большое, всем пока.